Шарик, похоже, остался. Он отреставрирован, но антенку поменяли на крестик. На шарике резонаторы остались. Змейка. Какая красота! Конек-горбунок и резонатор, надо же! Зачем Долговым, Жомочкиным вот эти вот хищники с крыльями, а? Вот откуда они знают про этих хищников? Понятно, что закопанные. Да ладно, это чувствуется стоит. А вот они, фашины. Вот тут что-то было. Коняшки, пегасы. Красота. Пойдем смотреть церковь. Замазали страшно, сволочи. Ага, излучатели. Или так строили? Вот тут чуть менее испорченный лик ангела, но вот что вот тут было, как конструктор Лего. Вот, почти не испорченное лицо ангела, почти не испорченное. Излучатели однотипные. Вот почти не испорченное лицо ангела. А там все испорченные. Вот оно, вот не испорченное декорациями, реставрациями. Вот, нормальные щечки. Ангелок. Фашины. Что там? Цветочки. Ну вот это точно реставрациями не испортишь. Это только вместе с чем-то. Как роскошно полукругом располагается
это не динамики, колокольчики, то что это? Ну вот что это? Вот это все светилось, вот эти вот полукруглые штуки. Вот он, вот, ну, завихрение эфира, вот. А вот это динамик, вот он из центра берет вибрации и раскидывает по сторонам. Прикольненько. Брали. Отреставрировали. Фазоинвертор. Только фигура показана железными штучками, то есть частота, на которой работает, направляет для точки подстройки. И еще один фазоинвертор выше. И все это на одну частоту настроено. Это не случайно все. А вот тут просто зарешечено. А вот тут подстройка под частоту идет. Опять рупоры немножко другого типа. Вот один идет внутрь здания, а другой вот наружу. Это динамики, инфразвуковые динамики, низкочастотные. Вообще красота. Красота. Вот, а тут немножко другие завихрители, потому что уже высокая частота идет. В основании одна. Так называемые колоколенки. А она пристроена сбоку. Вообще не пришей кобыле хвост. Тут немножко другие принципы резонатора. Угу. И вот тут совсем другие. Это сверхвысокочастотный. Вот такое впечатление, что это вот динамик, speaker system. А как положено, три динамика в акустике. Сабвуфер, басы, средние частоты и высокие частоты. Белый камень в основании, чтобы вибрации передавались лучше. Одна частотная характеристика. Дальше можно уже кирпичом, когда более высокие частоты идут. Белый камень в основании. У белого камня одна частотная характеристика. Он передает вибрации земли, ловит и передает дальше. А вот более высокие частоты уже можно передавать кирпичом. Делать кирпичные. Да, Жень. Ух ты, белый камень, бетон, чтобы вибрации принимать. И тут какие-то крепления непонятные. Что за крепление? Зачем крепление? Причем и наверху. Я могу понять ставни на первом этаже, но на втором этаже крепление. Что за крепление? Чего там крепили? Куда? Как какую-то плиту, что ли, весь фильтр накладывает. Причем это везде, 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 везде. Ой, красота. Ой, динамики классные. Вообще, завихряют эфир. Прикольненько. Супер. Вот включить бы снова как-нибудь. Женя, помаши рукой маме. Всем привет. Вот мы встретились с Ильей. Наконец-то. Да, наконец-то. С моей встречи. Бородатой, очкастой мордой. И
Мы вместе. Здоров. И сейчас начнем изучать, смотреть. Вот, да. Да я уже заизучался. Тут смотри, какие резонаторы, Rose Windows. Причем какие-то крепления вокруг них. То есть какие-то ставни, что ли, были. Вот нахрена они-то? А причем смотри, какие динамики классные. На вершине вот они закручивают. Они увеличивают, резонируют и закручивают эфир вон там. Это колонки, да? Вот это, да. Дорианский стиль, Каринф. Какая нахрен разница? В общем, это как бы ни назвали. Причем это все как тройной уровень динамика, вот, допустим, колокольня, да? Один уровень динамиков вот здесь, вот это басы типа, да? Один сабвуфер, супер басы, потому что ловится гранитными и из белого камня. Один уровень вибрации. Потом поднимается кирпичом, вот. Затем идет средние частоты, вот они, с инверторами, с резонаторами, да. И там другие, вот уже на верхушке уже другие эти. А поскольку более высокие частоты, уже другие завитки. Не динамики такие на грубые, а вот на более высокие частоты. И там вообще другие на сверхвысокой частоты. Они уже утоплены, они немножко другой формы и прочие завитки. И все это, естественно, на купол передается, там вот этот вот большой резонатор. Естественно, антенку уже спилили и заменили крестиком. Ну, кое-что осталось, похоже. Кое-что, да. Может, заменили уже эту вазочку. Ну, крестик поставили, понятно, искусственно. А вот шарика резонатор, он остался. Вот не знаю, либо наводил, либо там же с ртутью, то есть старый. А вот... Смотри, вот. Железочки торчат, видишь там? Да, это примерно 60 Гц, вот это вот. Навскидку, вот это? Навскидку, да. Это то, что я видел в кематике, узоры, которые вода делает. Вот такая же, вот прям. Ага. Вот один в один. Вот примерно вот частоту 44, там чуть-чуть другая. Вот примерно можно узнать частоту, на которой это все работало, на которой это все подстраивалось. Вот этот подстроечные фазоинверторы одна и та же. То есть это не сделали как Rose Windows из этого, из камня, из кристаллов, а просто тупо из этого. Из чего было? Из чугуна. Все элементарно. То есть вот, великолепно, просто великолепно. Христианством тут и не пахнет. Тут я посмотрел внутри, да. Просто античный храм. Вот. Будь это в Греции, назвали бы богиней Геры какой-нибудь, да? Или Зевса. Нет, такие. Тебя снимать? Ну, поснимай, на. Давай, покажем твою. Да. Вот, ну, в принципе, я уже все, что сказал, все, что хотел. То есть христианством тут и не пахнет. Частотные классные подборки. Видно, что сделали эту колокольню позже. Резонаторы, мы еще не знаем, какие тут были ставни, тут видно, чем-то еще закрывалось для, опять же, усиления частот, потому что вот эти вот решеточки, они не от воров, это как клетка Фарадея, они тоже определенные формы, большой, маленький, как вот резонатор наномира, один из резонаторов наномира был такой формы, один продолговатый, между ними такие крепежки, то есть я не верю в совпадение. Великолепнейший храм, естественно, это, естественно, гранит, потом идет белый камень, потом кирпич и разные уровни по резонансам. Совершенно роскошный пол, но об этом мы чуть позже, мы пойдем смотреть позже. Ну, пойдем вырубай, смотреть. Да.